Ладно. Еще раз повторю. Ты в Симферопольском рок-клубе. Не в рок-клубе, а в Симферополе. Служащий, типа, Сергеем Галаем. Знаешь, сколько я выебал там баб? Ты? Ни одной. А потому как что... ты выглядел? Сергей Воронцов меня представил. Дмитрий Воронцов меня представил Сергеем Галаем. И две недели я был в Сергее было. Знаешь, сколько баб меня хотело? Я ни одну не отмел. Куда идем туда, эти соусы, да? А они все считали. Не, Вань, ну в каком ты месте похож на Галанина? Я был тогда черен волос. Сами волосами. Сидел в городе без любого. Вот. Я не знаю, каким местом он меня представил. Воронцов. Воронцов, да. Президент Симферопольского рок-клуба. Да. Представил Ваню как... Ведущий Джи Шоу. Это радио на Симферополе. Эфире. Ну, в общем, короче говоря, ну, Лео-то видел, Сергей Галаин, и мы дружим. Вот, вот такую симферопольскую рок-клуб я первый раз от тебя слышу. А с Галаином ты играл? Нет. А я играл. Во что, в нарды? С собачкой. Верю. Патронов. Тогда верю. Дайте у вас пить.